Добро пожаловать на канал Hard Rest Info. Перед нами устройство Realme GT Note 3. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать невероятную вещь, записать видео с экрана. На самом деле это все просто и гораздо проще, чем вам может показаться. Почему? Потому что для того, чтобы записать видео с экрана, вам понадобится лишь спустить шторку быстрого доступа вниз, нажать и удерживать на кнопку «Запись экрана», настроить, как вы будете записывать видео с экрана, записывать звук с микрофона или нет, звук системы записывать или нет, разрешение, частоту кадра выставить, короче, все настраиваете, а потом спускаете шторку быстрого доступа, просто нажимаете на запись видео с экрана и нажимаете на красный кружочек. Все. Мы записываем видео с экрана. Теперь просто нажимаем на это вот плавающее окошечко, нажимаем на квадратик, и вуаля, запись видео с экрана сохранена в галерее. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.